Все, да? Ну вот Антон, скажешь, да, несколько слов, ты энтузиаст, там, стихи вещал. Ну, это, Текст по-моему, написал. один или два стихотворения всего. Ну, я познакомился, прежде всего, с Булатом через ЖЖ. Опять же, мы там переписывались, комментировали друг друга, потом познакомились в реальной жизни. Потом я даже стал у него работать. Вот. И тогда примерно возник этот журнал. А потом, когда была вот эта эпоха безвремени, журнал вроде как уже первый номер и последний вышел, сайт существует в каком-то непонятном состоянии, а видео встречи еще не начались. Был такой этап, когда мы много с Булатом записывали, ну просто встречались, разговаривали и одновременно иногда записывали на аудиозапись наши беседы. У нас несколько было тем, мы обсуждали тему субъекта и сознания. Вот мы обсуждали богословские какие-то вопросы и вместе с Валентином еще собирались в офисе там на А у тебя набережной дома? Екатеринговки, да. У меня дома, ну у меня дома позже, поначалу просто даже просто в машине Булат Да, меня не машина. довозил до дома с работы и мы останавливались, вот и вот как И бы вот кричали мой друг на дом. друга, Вот, и 40 минут, да. не, на самом деле там обычно нет как раз, уже не Было кричали. дома там. И 40 минут я сидел просто, и мы договаривали то, что собирались договорить. Вот, Ничего себе. это было, конечно, здорово. Вот, ну а потом начались эти видеовстречи. В плане участия в обсуждениях на сайте, я, в общем, наверное, как Игорь, могу сказать, что практически там не появляюсь. Поначалу что-то там выкладывал, но Нет, я потом... одно время вел, помнишь, Дерида-то? Мы пытались сделать А, сайт, да, да, я... сайты второго уровня Не, он жив, нет, сейчас? А, По нет, этим. он куда-то потерялся. Нет, он Дорида есть. или сайт? Сайт. Нет, он... Были сайты, посвященные Ну и отдельным Дерида философам. тоже нет, да, уже. Гегелю. После какого-то обвала там или чего-то еще он куда-то Да, они слетел. слетели, да. Ну, там это было немножко обидно, там немножко было как-то все Ты уже... много-много про Дериду собрал. Да, ну, такой как бы сайт, где было, были выложены и тексты Ну, какие-то, домен и он второго какие-то, уровня, типа там да, Гегель, там и философия, какие-то что-то про фотографии, что. видеозаписи, привязанные с Ютуба. Вот. Ты вот вел это активно, причем. Это именно твой сайт, как раз посвящен Деррида, был самый активный. Там больше всего было записей и прочего. Ну, недолго, А я вот, там ну... Гегеля, по-моему, редактировал. Ты, по-моему, еще и Хайдеггер редактировал. Может быть, чуть-чуть, не знаю. Вот, но потом как-то вот это все слетело, потерялось, и в итоге, видимо, никаких архивов не Не, в сохранилось. архивах сохранилось это. Все это есть. При желании можно восстанавливать. Вот. Ну вот, Да, наверное. я, кстати, тебе предлагал с самого начала там участвовать, но ты как-то неохотно участвовал. В смысле, в техническом? Не, ну просто писал, не писал, не на философском Ну, то есть штрихе. тоже зарегистрировал за него Он, это. нет, не, 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 нет, я не, регистрировался не, там не. сам. Просто... Просто Антон предпочитал в живом журнале общаться. А потом и там он тоже у него как бы кончилось все, и там тоже он все статьи, по-моему, удалил ты, да? Нет, ну, там какой-то момент удалял, потом не удалял, но, в общем, с 11-го года, по крайней мере, ничего не писал. Ну, ясно, Вот, ясно. ладно, Ну, зато что, активно есть. участвовал в этом, в счастье, вот видео. Да, Ну, тоже, ну, так, а вы временный аспект. что-нибудь, господа, готовы сказать?